арбитр матча Виктор Шемусик из Осипович. В принципе, давайте, наверное, начнем не с составов, а именно с представления судейской бригады, потому что очень и очень интересное назначение на сегодняшний матч. Повторюсь, Виктор Шемусик будет обслуживать. Все готово к сегодняшней игре, и можем уже представить составы играющих сегодня команд. И начнем традиционно с гостей. Футбольный клуб Орша. Ворота давать здесь как налево, как на Каплунова. Но Каплунов уже поспособствует тому, то, чтобы дать передачу вперед. Шитько, выход один на один. Ну что, нужно здесь бить. Нет партнеров, простреливает. И жесткий удар по воротам. И не попадает Иван. Точнее, попал по воротам Иван Жесткин. Вот так, да. Орши, передача на правый фланг на Владислава Федосова. Что здесь придумает Федосов. Отдает в центр. Но нужно было быстрее как-то это все разыгрывать. Навес и дотянулся здесь Иван Новичков. На Тихонова. Меняет позицию. Жесткин. Снова убрал своих оппонентов. Яченко удар головой. И 1-0. Губа ЖД выходит вперед после точного удара Александра Янченко. И голевой передачи Ивана Жесткина. Скажем, что заслуженно. Конечно, заслуженно. Потому что Локомотив, в принципе, очень сильно ее обострял в течение первой половины первого тайма. И, в принципе, заслуженно. Потому что мяч скатился Федосову на голову. И тут уже пробил поворотом. И Иван Новичков спокойно забрал его в руки. Жесткин, передача на правый фланг. Навес, удар головой. И штангу попадает сейчас в стенки. 6 игроков Куба ЖД. 2 толкают ее. Да, Закревский будет бить. И выше ворот идет этот мяч. Не такой сильный приговор. И все, конечно же, отыгрывается. Как может получиться сейчас? Что же сделал сейчас Алексей Чернодаров? Просто как фишки обошел свои. Говорить с учетом уже этой произведенной рокировки. Но пока посмотрим за атакой Орши. Передача налево. Вайнер. Вайнер уже в штрафной площади. Попытался здесь обыграть Юрия Музыченко. Здесь удар. И какой мяч сейчас залетает в ворота Губа ЖД. Просто красота. Совсем неожиданно. И, конечно же, хочется сейчас посмотреть на повторе. Конечно же, в момент, когда бил игрок Орши, казалось, что он полетит в створ. Ну, чтобы так красиво, конечно же, наверное, никто из вас не ожидал. Давайте еще раз посмотрим. Здесь Вайнер не стал обыгрывать Музыченко. Быстренько капитан Губа ЖД разыгрывает. И здесь мяч летит в створ ворот. Что там закончился этот матч? Да, думаю, вы правильно подумали. Орши проиграла со счетом 4-3. Здесь момент. Можно было и самому бить Вадиму Бальбуху. И мяч оказывается в руках. И здесь Вайнер. Вайнер убирает двух игроков. Неплохо сейчас разыгрывают. Передача на Чернодарова. Чернодаров смещается в центр штрафной площади. Вновь хороший пас. И какая же сейчас разыгровка. Удар по воротам и положение вне игры. Ну просто сейчас... который забил вот этот красивый гол в ворота Губа ЖД. Прострел в штрафную. Янченко тут грамотно расположился. И здесь нужно быть предельно аккуратным. Удар по воротам. И 1-2. Орша выходит вперед. Автором забитого мяча становится Абдулазиз Лавал. И просто с ног на голову переворачивает Орша ход игры. И мне кажется, что по первым 30 минутам...